Добрый вечер. Добрый и наш отель Сити Хотель. Видно? Видно. Это наш номер с Татьяной Алексеевной. 616. Хорошо, что не 666. Хопа. Хопа. Заходим. Это замечательный, просторнейший просто номер. Наипросторнейший. Ходишь и просто не знаешь, куда деться. Ты можешь достать до потолка? До потолка? Легко. Вот. Я со своим ростом 1,81 м помещаю здесь еле-еле. Опа. А там чай, кофе, сахар. Это бывает редко. Замечательные оранжевые чашечки. С замечательными вот такими вот прекрасными ложечками. У нас таких ложечек нет. С дырочкой. С дырочкой, да. Можно привязывать и носить с собой. Да. Значит, нам сказали, что нас никуда не пустят без этого. И по городу тоже. И по городу тоже. Ой. Ну, собственно говоря, я говорю, что деревянный очень просторный стучи. Номер. Безумно уютный, я бы даже сказала. Вот. Замечательный шкаф, который закрывает окно. Такое ощущение, что живешь в шкафу. Да. Вид прекрасный. Не на море, а на странную какую-то крышу. Привет, Тель-Авив! Ну ничего. Мы справимся с тобой, Таня! На прекраснейший просто. Телевизор. Мне так нравится сочетание твоего роста с объемом комнаты. Просто да, вот как вообще у нормальных людей телевизор либо стоят на тумбочке, либо висят как-то на стене повыше. А ты будешь садиться на кроватку. А ты на кровати-то поместишься? Вот так я буду помещаться. Классно, ты вылезаешь. Ну, подставим столик. Да. Такого счастья еще нет. Что, ты же в Тель-Авиве? Да. Опа! И что это было? Свет горит 5 минут, а дальше он не работает. А потому что мы что? Мы не вставили карточку, это же Тель-Авив! Сейчас. Сейчас будет свет, сказала монтёр. Провода. Вау, да ты фокусница. Да. Да. Мини-ванна. Просто шикарнейшая джакузи. Это шикарно. Опа. О боже, как я в неё помещусь, ну это на самом деле смешно. Ну что ты, а рост, ну ты что, я буду головой, что ли, в потолок, что ли? Ну зато вот тут есть замечательный салфеточек. Даже шампунь нет. Ну шампунь, благо, у меня с собой есть. Или вот это шампунь. Да, это мой... все для одного. А это все, а это для всех нет. Это называется «Мойтесь всем». Незнаково. Что там? Да, без разницы. Вот даже есть вешалочка. Да, конечно. У тебя как раз на уровне глаз. Я боюсь представить, что это не понял. Ну, собственно говоря, вот такой прекрасный, замечательный номер. Чай?